моей команды начало хорошее. У нас «Бак» идем без поражений на первом месте. Вот, в принципе, пока все нравится. Пока что это очевидный плюс. Особенно для команд, которые играли во втором. Вот, они не так уж и плохие. Вот, постоянно дают бой. Пока что легких игр не было. И это мы еще не играли с лидерами прошлогоднего первого дивизиона «Роснефти» и московским. Вот, считаю, что это пойдет на благо МБЛ. Я думаю, это не важно. Ну, у кого-то кто-то был просто привязан к другим командам. Вот, у них так-то не было выбора, выбирали, то есть, руководство. Но некоторые ушли по ряду причин, например, там какие-то, ну, скажем, про МБЛ, да, сейчас, про МЛБЛ. То есть там есть возможность получить какое-то звание, разряд кандидат мастера спорта, там есть возможность после выигрыша турнира ехать дальше на какие-то суперфиналы. Ну, может быть, из-за организации что-то, кому-то там было удобнее играть. Я думаю, по этим причинам. Кубок МБЛ 3-3. Мне понравился, да, была хорошая атмосфера, хорошие команды, вот, в общем-то, мы хорошо сыграли, выиграли его, было очень приятно получить золотые медали, вот, я люблю стритбол и продолжу играть, если будет такая возможность. Важнее защита. Самое важное – это командный дух. Я, честно говоря, не в курсе, почему так сравнивают. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Конечно, да. Хотим побороться за медаль в этом году. Я считаю, что упадка нет. Упадок был какой-то период, да, там, возможно, там 5-10 лет назад. Но сейчас, я думаю, что все налаживается и будет только лучше. В тренировке, я думаю. Это матч 1/4 финала Кубка России. «Красный Октябрь» против ЦСКА. Это был второй матч выездной. Я играл за «Красный Октябрь», и мы выиграли плюс 11, типа разницы прошли дальше. Там во второй половине Вон Вейфер, по-моему, вообще не промазал ни разу, забил 38. Это было что-то, да, и очень было приятно быть частью этого.